Сейчас для учеников 10-11 классов важный период. Пора определяться с профессией, выбирать учебное заведение, в целом разбираться с планами на ближайшие несколько лет. Кто-то уже это сделал, для кого-то вопрос пока открыт. Определились со своей будущей профессией? Нет, еще нет. Я планирую в НТУ на горный факультет. Мы еще думаем. Ну, кто-то думает, кто-то не думает. Я уже выбрал свою профессию. БНТУ, факультет строительный. Для тех, кто еще не определился с выбором, регулярно проводятся дни профориентации. Это первое мероприятие в этом учебном году. Такой старт мы берем. Дни профориентации будут проходить у нас, в общем-то, традиционно, регулярно. Новинка этого года станет день профориентации в Солигорском РОВД, который вот стартует тоже в конце октября. Первыми с визитом в Солигорск прибыли представители Белорусского государственного университета физической культуры, а именно спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта и факультет туризма и гостеприимства. Мы много ездим по стране, и, конечно, наша профессия, тренер-преподаватель физической культуры, предполагает, конечно, избранную личность, которая готова работать тренером. И поэтому мы с удовольствием сегодня приехали в спортивный город, город Олимпийский, Солигорск. Многие солигорчане связали свою жизнь со спортом. Особенно гордится город успехами в плавании и гимнастике. Чемпионка мира и медалист Сиднейской олимпиады Анна Глазкова, наша землячка, была студенткой университета физкультуры. Да и в целом студенты университета сплошь олимпийские чемпионы и звезды спорта. Главная задача, конечно, для нас – это наши будущие абитуриенты. И второе – это пропаганда физической культуры и спорта. Потому что наши студенты – это являются главными пропагандистами. Мы с собой привозим всегда для показательных выступлений лучших студентов нашего университета. Перед будущими абитуриентами выступили представители разных кафедр и подробно рассказали о том, чем занимаются студенты. И это не только обучение на тренера по определенному виду спорта, но и спортивная психология, режиссура, лечебно-оздоровительная физкультура. Широкий спектр специальностей предлагает и Институт туризма. Подобные встречи между представителями университетов и абитуриентами – одно из направлений профориентационной работы. К примеру, в этом году совместно с Центром занятости впервые пройдет фестиваль профессий. Продолжится профориентационное тестирование и работа в парламенте детей и молодежи.